Медицинская помощь по новому стандарту, ремонт в приемном отделении хирургического корпуса Одинцовской областной больницы завершен. Теперь пациентам не нужно ходить из кабинета в кабинет. Необходимые исследования проведут прямо в палате. Анализы тоже здесь берут? Анализы здесь берут, здесь же УЗИ, здесь же КГС, осмотр врачей здесь полностью, хирургов, гинекологов там, и так далее. Ежедневно через приемное отделение проходит 120-150 пациентов. Есть в отделении и малооперационное для экстренных случаев. Это аппарат, соответственно, ИВЛ, для этого необходим наркозный аппарат, операционный стол, то есть какие-то операции, там, допустим, то есть, еще можно быстро развернуться, соответственно, здесь помощь оказывается. Потом состояние стабилизируется и поднимается уже в реанимации. Если в приемном отделении работа уже окончена, то в реанимации регионального сосудистого центра они в разгаре. По контракту строители должны покинуть объект через 45 дней. В сроки мы укладываемся. И потом переходим к этому холлу. Да, потом мы отсюда уходим на центральную часть. Больница занимает эту сторону. По словам подрядчика, обновление первого этажа хирургического корпуса Одинцовской областной больницы завершится к середине лета. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».